Всем привет! Еще одно июньское видео, которое вы увидите когда-нибудь потом, зимой, может быть, осенью. После 4 июня в Лазаревском стало чуть-чуть теплее. Не знаю, насколько. Сегодня только 5. Ну, народ вышел на улицу, стал гулять. Увидел пунктуализацию путевки, забыл, что не подошел к Ольге. Но я думаю, сейчас уже в это время вам уже неинтересно это будет все. Всю информацию вы получите, но в июне. А это улица Калараши, я как всегда топаю домой. Как всегда с камерой. Сегодня еще и с коптером. Работают торговые точки, светит солнышко. Звенит. Скорая, точнее, работает сигнализация скорой. Гостиница «Бригантина» готовится. Ух, у них там такая здоровенная рыбина была. Вот, вот сколько людей. Добрый день. В этот день, когда вы сейчас смотрите, уже никогошеньки нету. Наверняка уже пусто. Улицы пустые, никого. Даже посредники и те уехали себе на родину. Ну, я вот так вот прогулялся. Всем говорю до свидания, пошел домой уже, все. Всем пока. Я даже не знаю, до каких встреч. Но явно, явно до скорых. Вот вам очередной фрагмент июня. Добрый день. Все, всем пока.